Все, прибыл домой. Прицеп вроде целый. Ничего нигде не отломилось. Крепкий прицеп. Кстати, вот эта бочка перестала течь. Может, там уже и нет ничего. Завтра посмотрим. А вот здесь прям лужа. Но, учитывая высокий борт, если за всю дорогу столько наплескало, то это еще терпимо. Вот эта бочка прям вообще молодец. С железными бочками больше дел вообще иметь не буду. Здесь тоже есть небольшие подтеки, но не видно, чтобы через край где-то плескало. Так, пробежали после заправки груженным тонной 125 километров, 127 получилось. И вот завтра попробуем заправим и посмотрим, сколько он сожрал.